Здравствуйте, друзья! В данном видео мы сделаем обзор кулера. Вот он на коробке, этот кулер вот так вот выглядит. Производство данного кулера — Китай. Здесь сбоку на коробке указаны краткие его характеристики, а именно то, что адаптер запитывается напряжением до 240 вольт. Дальше от адаптера идет на кулер непосредственно напряжение постоянного тока в 5 вольт. Очень слабый шум у него, шум измеряется, получается, до 37 дБ. Это очень-очень слабый, практически бесшумный. И вот его краткие характеристики. Это размер 70 на 65 на 110 мм. То есть довольно небольшого размера этот кулер. Смотрим, что в этом кулере внутри. Ну, вот мы видим сам адаптер. Этот адаптер подходит к нашим розеткам, то есть его можно смело использовать в нашей сети. Кабель питания и непосредственно сам кулер. Коробку мы откладываем в сторону. В пакете, что мы видим в пакете? Так, ну это сопло получается, которое одевается вот сюда на этот разъем. Вот это вот зажим для того, чтобы этот кулер можно было смело одевать на стенку аквариума. Вот так он одевается. Здесь у нас переключатель скоростей. Мы видим среднее положение, это он выключен. Единичка — это умеренная скорость. Двойка — это повышенная скорость. Ну, непосредственно воздухозаборник. Вот, и в принципе все. Довольно простая схема, да, простая, очень-очень немного деталей. Вот, ну, в принципе, по характеристикам указано, что для небольших аквариумов такого кулера вполне достаточно. Вполне достаточно, чтобы сделать обитателям аквариумов обстановку более комфортной и спасти их от жары. Что ж, в следующем видео давайте посмотрим, как он будет выглядеть непосредственно на аквариуме, вот, и как он будет работать. Как я обещал, в этом обзоре мы будем смотреть на сам кулер в работе. Вот, в прошлом видео мы смотрели, из чего он состоит. Вот, мы видим вот перед собой, это аквариум 20 литров. Вот кулер, сейчас мы увидим кулер, вот он крепится на стенке. Если подойти ближе, мы видим небольшую ямку. Вот такие вот разводы, такую ямку на воде от напора воздуха, который он выдает. То есть он обдувает воду довольно хорошо. Вот так он сам выглядит. Он стоит сейчас в режиме 2, это, ну, в максимальном его режиме. Если поставить режим 1, он будет дуть намного тише. Адаптер, ну это кабель, адаптер. Вот он подходит, получается, к нашим розеткам. Кабелев примерно где-то до метра его хватит. Думаю, хватит дотянуться до любых розеток, которые находятся неудобно. Крепление его вполне надежно. Вот мы видим, что даже с запасом, то есть толщина стекла может быть даже больше. Шума от него практически не слышно, то есть надо очень-очень сильно прислушаться, чтобы услышать хотя бы что-то. То есть в принципе по заявленным характеристикам он соответствует. Дальше, вот такого кулера в принципе достаточно на аквариумы небольших размеров. Но этот аквариум 20 литров, я думаю, до 40 литров он еще сможет остужать, то есть у его мощности хватит. То есть, ну, не более 40 литров. Например, вот такой вот аквариум. Такой аквариум 20 литров, он остужает на 2 градуса, где-то, ну, часа за полтора, за два. В принципе, этого вполне достаточно. Вот у нас была жара, очень жарко было еще совсем недавно. И такого кулера, думаю, для таких небольших объемов вполне бы хватило для того, чтобы рыбки чувствовали более комфортно себя, ну, чтобы их спасать от жары.
Так, ну еще раз вам покажу, вот как он выглядит со стороны. В принципе, он вполне вписывается в интерьер аквариума, выглядит вполне эргономично. Вот, удобно снимается, удобно ставится. Поток воздуха, мы видим, он идет. Вот, ну и в принципе в обращении, в эксплуатации вполне прост. В общем-то, это все. Это все. Если видео для вас было интересно, хотите еще больше видеть подобных обзоров, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего хорошего!